Председатель ЦИК России Элла Памфилова сделала неожиданное для якутян заявление. Во время селекторного совещания глава Центра избиркома страны заявила, что в подписных листах кандидатов в депутаты Госдумы Андрея Борисова обнаружили 150 подписей покойных людей. Заявление стало неожиданностью не только для самого Борисова, но и для членов ЦИК Якутии. По словам председателя Центра избиркома Республики Анатолия Кривошапкина, окружная избирательная комиссия отправила запрос об источниках этих данных. Свое мнение по этому поводу высказал и сам Андрей Борисов. У меня возникает вопрос, откуда у нее вот такие данные о 150 покойниках, как она сказала. Поэтому я считаю, что такое вот поведение председателя Всероссийского Центральной избирательной комиссии недостойно поведения.